мыльные пузыри Симба с таким пистолетиком в виде дельфина. А скорее как трубочка. Вот она еще выдвигается. Сюда надо дуть. Такая удобная емкость. Достаточно налить буквально чуть-чуть на донышко. За счет того, что вот это плоское, надолго очень хватает на много этих пузырей. Вот так много-много получается. И они разноцветные. Некоторые жидкости мыльные бывают белые пузыри, а здесь они именно цветные. Ребенок в 2 года сам с удовольствием дует и бегает, ловит их.